Приветствую вас и думаю, что проблема, в которой вам не везет, как вы говорите, кроется в детско-родительских отношениях. Потому что ведь согласитесь, что попасть в плохую компанию может каждый. Но не каждый попадает под влияние в плохую компанию. Не каждый позволяет такой компании диктовать свои, допустим, условия. То есть да, над вами могут издеваться, конечно. Особенно если силы на их стороне, вами могут командовать и все. Но это не означает, что вы пускаете ценности этих людей к себе в душу, к себе в сознание. Потому что при хороших отношениях с родителями такая ситуация достаточно легко купируется. Вот именно в детско-родительских отношениях, скорее всего, и кроется корень вашей проблемы. Потому что то, что вы описали, что вы попали в группу плохую, значит, в ПТУ, и в класс плохой, и в армии у вас были плохие однополчане. Это говорит о том, что вы как бы не то что притягиваете, но вы выделяете в своем сознании вот эти моменты. А значит, у вас у самого есть какие-то деструктивные установки. Деструктивная установка, как правило, формируется родителями, потому что это вот началось со школы. И потому так важно проработать все-таки ваши отношения с родителями, подробно их разобрать. Понять, как вы относитесь к ним, что, как они воспитывали вас, какими были отношения между ними и так далее. И вот, если это сделать, можно понять, откуда и почему у вас формировались определенные жизненные ценности, жизненные установки, и поменять их на другие. Но сперва убрать эти, то есть разрушить их истину для вас. Расчистить место для новых идеалов и ценностей. Дальше. Вот вы говорите, что значит группа детей в школе была плохая, однокурсники у вас тоже были плохие, и заслуживцы в армии были также плохие. То есть, они вам не нравились. Соответственно, если вы знаете, что вам не нравится, то, наверное, знаете, что вам нравится. Если есть плохое, есть хорошее. Вы знаете, что есть плохо для вас. Так как на протяжении всей жизни вы постоянно с этим сталкиваетесь. Вы знаете, что для вас плохо. Значит, вам не составит труда сформулировать, что-то для вас хорошо, и начать к этому стремиться. Другое дело, что думается мне, что вы не считаете себя достойным этого. Вы считаете себя не самым лучшим человеком, у вас проблемы с самооценкой, скорее всего. Так вот, проблему с самооценкой нужно решать. Ведь пока вы не будете уважать себя самого, любить себя самого, за вас это делать никто не будет. А сделать это можно только путем реализации себя в определенной сфере, достижения чего-либо. То, что вы пишете о ваших физических симптомах, с этим нужно обращаться очно в клинику для проведения соответствующего обследования, для постановки вам диагноза и назначения соответствующего лечения. Но это внешняя физиологическая сторона вопроса. А то, что касается вашего внутреннего ощущения, тут нужно разбираться, тут нужно работать, нужно менять, нужно покорять новое, нужно корректировать поведение. Итак, в итоге мы имеем следующее. Истинная причина ваших проблем, вашего невезения в детско-родительских отношениях.
отсутствие хорошего, позитивного в вашей жизни сформировало у вас мышление в том ключе, что вы хуже других людей. Отсюда заниженная самооценка, недостаток самоуверенности и прочего. Это необходимо восстанавливать через внутренние проявления взаимодействия с внешним миром. Через достижение и осуществление чего-то, чего бы вы считали для себя значимым. Для этого необходимо определиться, что для вас хорошо, какие у вас ценности, чего вы хотите, какие у вас потребности, желания. И, исходя из этого, формировать цели, цели развивать на задачу, задачу выполнять. Выполняя задачи, вы будете повышать свою уверенность в себе и тем самым начнете менять свою жизнь только лишь к лучшему. И самое главное, что почувствовав успех, ощутив его, вы также поймете, что вы хозяин своей жизни. Не обстоятельства, не группы людей, а только вы. И вот как вы ей распорядитесь, так все в вашей жизни и будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.